идут офицеры. Они приветствуют наших ветеранов. Thank you.
участник битвы под Москвой и Сталинградом. Воевал в составе белорусского и украинского фронтов. Награжден орденами Великой Отечественной войны первой и второй степеней, Красной звезды и медалью Жукова за победу над Германией. В эту же машину садится Копылов Борис Алексеевич. Воевал в составе 3-го белорусского и 1-го прибалтийского фронтов. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени и медалью Жукова за отвагу. Дементьев Василий Николаевич, участник битвы за Берлин, награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. Концлагеря. После освобождения в составе медсанбата дошла до Польши, награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени и медалью Жукова за победу над Германией. За победу над Германией, за освобождение Белоруссии.